весна, любовь, женщина, музыка. Именно такой атмосферой будет наполнен праздничный концерт к 8 марта в Донецкой Муздраме. Мы для всей прекрасной половины человечества подготовили новый концерт, абсолютно новый. Это была совместная работа главного дирижера Юрия Квасницы, Татьяны Анатольевны Пащук, главного хормейстера, ну и моя, и всех, в принципе, артистов, вокалистов и артистов оркестра. Звучат очень необычные каверы, я бы так сказал, на известные песни. Как всегда, будут ансамблевые вещи, которые любят наши зрители. Живой оркестр, виртуозная игра на рояле, сольное исполнение и дуэты, женский и мужской ансамбли. Необычная трактовка знакомых произведений. Очень знаменитые песни, которые даже сразу не понимаешь, что это за песня звучит. И в конечном итоге, когда понимаешь, что она женская песня звучит в мужском исполнении, и что это может звучать так, вот это, мне кажется, будет и необычно, и надеюсь, что это понравится нашим зрителям. Если ты стоит, ты взглянула, и улыбка на миг мелькнула, но в глазах твоих лёд и стужа, и тебе совсем не нужен. Замечательный оркестр, просто в этот раз и со звуком у нас очень хорошо все получилось, поэтому мне кажется, что концерт, ну, пройдет на ура, и действительно это будет вот наш такой подарок от всего сердца женщинам, но и не только женщинам, да, для всех в этот замечательный весенний женский праздник. Артисты и работники Муздрамы кропотливо работали над созданием каждого музыкального произведения. Аранжировки были сделаны нашим главным дирижером Юрием Квасницей, да, аранжировки были сделаны нашим Дмитрием Муравьевым, делались Сергеем Сутулой. Короче, тут очень много людей работало над аранжировками, над партитурами для оркестра. Это титанический труд, это огромнейшая работа, расписать на каждый инструмент. Ну вот мы собрались и сделали. Концерт «С любимыми не расставайтесь» подарит зрителям все многообразие впечатлений. Милые женщины, я думаю, что без вас наша жизнь, мужчин, не существует. Дарите нам свое тепло, свои улыбки и свою любовь. И в ответ мы, мужчины, будем делать этот мир для вас прекрасным. С праздником вас! Дорогие женщины, девушки, девочки, пусть прекрасные слова в нашу с вами сторону звучат не только в праздник, а каждый день.
Любите и цените себя, заполняйте своим внутренним светом все пространство вокруг, и тогда мир вам откликнется. Помните, что вы самые яркие звезды во Вселенной, и никто не вправе вас затмить. С праздником нас, дорогие!